что, дорогие друзья, что я могу сказать? Сегодня интересный вечер был. Мы случайно попали на конференцию мессианскую здесь, в Далласе. Это альянс американских еврейских мессианских общин. И Джеффри Сайф нас пригласил просто поговорить. И мы попали на прекрасный вечер хвалы, поклонения, разговоров, общения, а также проповеди Джоната Бернеса. Я скажу так, мы были очень благословены. И тема этой конференции Южного региона Мессианского еврейского альянса был на тему, конечно же, проповеди Евангелия еврейскому народу, чтобы быть смелыми, быть активными, были более агрессивными в достижении нашей цели, потому что Мессия дан для Израиля. Он единственный, кто был дан для... Единственный путь, единственный ответ для всего Израиля. Не просто раввины или какие-то еще наши традиции, но есть тот, кто дан был Богом для нас, для нашего искупления. Это была тема этой конференции. Мы очень рады, что мы смогли приехать сюда буквально на несколько часов. И даже эти несколько часов дали нам великое благословение.